поскольку ты столь удивительное существо и обремененное высокими интересами и смыслами жизни, то как же мне иначе? Я вот просто вдохновлен этим обстоятельством и нашей возможностью пообщаться. Спасибо тебе, дорогой мой, это для меня очень дорого. Откуда ты берешь энергию для своего вдохновения? Я думаю, что вот это очень редкий вопрос, и я сейчас объясню в русле тех последних моих благовестий, которые, я думаю, что которыми могут воспользоваться и те, кто ищут или близко оказываются рядом со мной. Дело в том, что я разрабатываю сейчас одну из главных, можно сказать, проблем, которая возникла давно, с возникновения философии, из которой выросли два рукава – религия и наука. И они до сих пор не нашли соприкосновения, столь разделившись. И это колоссальная проблема для научных деятелей и для религиозных водителей. И я думаю, что вот Дух Святой, он имеет своим инструментом в человеческом обществе творческого гения. А творческий гений, как правило, это возможность явить невидимое, явить неслышимое. Это инструмент, который позволяет явиться изобретением такого качества, такого уровня. Это только работа Святого Духа. И вот главный аспект между Святым Духом и творческой гениальностью – понимание. Вот я коснулся этого понятия. Если вы понимаете, то вам открывается портал, через который идет энергия созидания. И очень ценно, вот это моя импровизация сейчас, но она очень уместна. Портал, который открывает понимание. И если вы понимаете, то энергия созидания вливается в вас полнометражно, максимально во все дарованные нашему чудесной алхимической лаборатории, которая трансформирует и преображает сознание и дарует его вот этими открытиями, благовестиями я их называю, потому что понятие благовестия только в религии используется. Ученые говорят, это изобретение, открытие, это и есть то же самое. Менделеев был освящен, Гумбольдт был освящен, многие ученые, Нильс Бор, перечислять всех подряд не хватит времени. Поэтому понимание, есть такая наука, когнитология, которая занимается этим вопросом, понимание, что это такое, как оно работает, и это кардинальная, главная составляющая той энергии, которая доступна в созидательном плане.